В этом году в России появятся новые благоустроенные общественные пространства – скверы, парки, набережные, велодорожки. Что и где нужно благоустроить в Тульской области, решаем вместе. По предложениям жителей сформированы перечни объектов. Какие начнут делать в первую очередь, зависит от вас. Принимайте участие в общественных обсуждениях. 18 марта придите на счетный участок и поддержите лучшие идеи. 18 марта решаем вместе.